Друзья, всем привет! Сегодня 6 мая 2018 года. Вот хочу показать вам наши кабачки, как сейчас выглядят. И рассказать, что мы сегодня успели сделать. У нас сегодня прошел наконец-то долгожданный дождь. И сейчас стоит такая пасмурная погода. Ну, уже в принципе и вечер. И покажу, что мы сделали. Клубники перенесли парничок, поставили сюда, потому что, смотрите, что происходит. Видите, артишок начал сохнуть, потом физалис тоже там, вот эти даже кучки не помогают, оно вместе все равно горит от солнца, ну вот накрыли, чтобы как-то снизить. И сегодня были высажены пипинки. Вот так вот. А еще сейчас я вас проведу и покажу, что мы еще сделали. Посмотрите, Лена за сегодня насобирала целый бутыль этих гадостных улиток. И сейчас будем собирать еще. Я думаю, что насобираем еще один бутыль. Теперь идем дальше. Покажу, давайте вам свой лучок. Который, спасибо дяде Мише, был высажен. И вот что происходит. Вот он, какой у нас хорошенький стоит. Ну и там, видите, в стороне чеснок. Как же без него? И пошлите, покажу, что мы сделали дальше. Идем, идем. И сегодня мы высадили виноград. Пока температуры немножко стали ниже, у нас есть возможность его высадить, чтобы он не погорел. Сегодня была заполнена эта яма органикой. Ну и это тоже. Это сегодня вообще было вырыто, заполнено, засыпано и все посажено. Значит, по этим, сейчас скажу, по сортам. Смотрите, видите вот этого жучка? Это один из наших помощников. Он уничтожает... Вообще, он сам по себе хищник, и он уничтожает других насекомых, которые нам вредят. У нас таких много. Это полезные жучки. Значит, это виноград кишмиш столетия. А вот это фуршетный. Фуршетный он синего цвета. Такого темного, ближе к черному. И этот зелененький. Вот так вот это выглядит. Это у нас будет вот такая вот загородочка. И с этой стороны тоже. Здесь мы будем тусить. И где-то вот тут где кирпич. Будет рыться еще одна ямка. И будет садиться еще один виноград, румба. Я не знаю, до какого места это будет. Наш где-то аж до сюда вот. Вот такая будет загородочка. И здесь будет жить румба. Пенек мы решили оставить. Мы его подровняем. Это будет так, чтобы примостить пятую точку. Ну, чтобы вам еще показать. Давайте я вам покажу, какие у нас сейчас абрикоски. Вот такого вот размера. Видите? Тут абрикоски. Вот даже вот если подойти вот так. Что-то. Вот абрикоски. Черешенка. Смотрите, какая она. Вроде черешня. Не может же быть это вишней. Вот такое вот. Крупненькое все. Ну, так по мелочи. Ну все, всем пока. До новых встреч. Кому понравилось, жмем лайк. Кому
не понравилось, пишем, почему не понравилось. Кто не подписался, подписываемся. И до новых встреч, друзья. Пока.